Он тут, наверное, сути не стоит. Я приехала к очередному врачу. К предпоследнему. У меня еще один есть номер. Очень хочется надеяться, что здесь хоть здесь мне помогут. Какой-то аквариум красивый. Эта рыбка шикарная. Все, мне кажется, мне повезло. Очень понравился мастер, молодой специалист. И когда он сказал, что он с Кабардино-Балкарии, ну, практически земляк. У нас еще один другой был врач на примете. Но мы сказали сразу, что хотим услышать мнение еще одного врача. Сказали фамилию врача, он сказал, это мой учитель. Вот тоже, говорит, советую, конечно, к нему обратиться. Ну, я уже решила, не поедем больше никуда. Мне понравился этот врач. Надеюсь, очень надеюсь, что все пройдет нормально. Все настроение сразу хорошее. Я опять улыбаюсь. Все. Ай, не делай. Здесь болит? Нет, это нам не сверху, да, это болит. А, здесь. Нет, где пальцы-то. Да. Там ничего, потерпи чуть-чуть. Да, чуть-чуть надо потерпеть. У меня не было просто кости, было мясо вот так вот. Стопа уже черная была. Вот черная стопа. Мне сказали, держи стопу. Я вот так стопу держу, а она вот, уже отваливается. Мясо, да, да. Вот. И он тоже до последнего говорит, нет, оставляйте, хотя там уже видно, что была гангрена. Вот. И мы слепок не могли снять с него. Он кричал таким криком. Потом пришел лечащий доктор, сделал ему укол морфий. И он тогда только уже крикнул. В итоге спасли ногу или нет? В итоге я не знаю, спасли, не спасли. Вот. Ну, тутором ему сделали. Mm. Сушков со мной служил в армии с Ростова. Ну, у меня отец тоже с Краснодарского края. Там их много, Сушко. Вообще-то украинская, да? Вообще говорят, что да. Украинская. Ну, вот они, родители его всю жизнь в Краснодарском крае выросли. Ну, родились, выросли. Отец потом там до 20 лет жил, потом в Кабарду уехал. По работе в Кабарду? Не, мать у нас студенткой была, приехала туда на практику. В Краснодарский край. И все. Но был вас Геннадьевич, меня должен знать, помнить. Я с ним года полтора назад виделся на выставке здравоохранения здесь, в Москве. Он мне говорил, говорит, мой учитель вот так говорил. Пока вот это не сделаешь, с предприятия не уйдешь. А время 5 вечера. Я говорю, и что? Он говорит, ну, думай сам. Пока не сделаешь правильно, говорит, да, не уйдешь. Вот. Ну, в чем-то я благодарен ему. Потому что это, скажем так, азы того, что... Он давно уже в ЦИТУ. Да. Сколько я его знаю, всю жизнь. К тому же директор умер. Уже новый директор, давно Спектр. Ой, Гарик, подними вот эту вот эту выше вот пахнет. Это, вот так, лучше да. Тебе. Он взрослый, да, уже? А была Веночка? Да. Да. Я по телефону с ним сегодня общалась. У меня и телефон его есть. Такой взрослый-взрослый голос. Ну, то сам, наверное, сейчас ничего не делает. Он давно уже сам ничего не делает. Когда я работал, он приезжал рано очень. В 7 утра уже был на работе.
Ну и уезжал тоже как бы. Раньше. Вот тогда он еще обрабатывал слепки самостоятельно. Корсеты Шино, он хороший специалист в этом. По корсетированию, вот по скалеводу. Ну, чуть-чуть надо терпеть, потерпеть. Сейчас я перчаточки сниму. Захвачу стопу. Чуть вперед, наверное, садись. Потерпите, да, сейчас вот я буду вам делать больно. Терпимо? Да, да, терпимо. Я вот это приподниму и хорошо станет просто вот так вот и все. А это вы выпрямляете, да? Его? Ну да, я на слепке могу задать коррекцию, но люблю выводить, да, если по максимуму можно вывести, но здесь по максимуму вот вывожу здесь. Ну Степан там же делает. Ну, честно говоря, ничего, для Юрия привезем, для коллег у нас есть все, да? Для него отдельно, а для коллег другое. А вообще тутер как часто, ну, положено менять по показаниям? Ну, вообще детям по мере роста, ну, а вы так, если не полнеете, не худеете. Вот, если тутер... Это вечная борьба у женщин, вот, если, допустим, тутер начинает где-то натирать до мозолей, сильно надавливать, соответственно, тутер, ну, и либо нога поменяла форму, да, уже нужно тогда новый делать. Либо, допустим, вот как в вашей ситуации, допустим, задать коррекцию небольшую, ну, изначально, да, но потом через какое-то время, там, через полгода, опять приехать на прием, посмотреть, можно ли, может быть, еще можно будет, да, уже. Да, то есть сразу есть. Она может не даться, как надо, коррекцию, ну, полностью, да. Ну и я не делаю так коррекцию, потому что человеку некомфортно. Когда хотя сильно бы делаешь. Я так понимаю, раз в год точно. Вот. А постепенно коррекцию делать, это правильно. То есть ножку чуть вывели, через какое-то время еще. То есть и человек постоянно пользуется ортезом. Не так, что мне вот коррекция, да больно, я не буду его носить. И такие моменты есть, и пациенты такие тоже есть. Мне вообще мой врач сказал, ты осталась для чего-то на этой земле, потому что 99,9% у тебя шанса не было. Да, я до сих пор не могу понять. Поэтому я говорю, то, что сейчас, ну вот сейчас делаем, да, это... Да. Ну вы понятно, вы пользу приносите, помогаете. Гарик, а может у меня еще все впереди? Ты тоже можешь что-нибудь начать делать, так для людей хорошие, полезные. Они голодные, они когда голодные, подходишь, они... Рыба ты держала, я держала. Конечно, мы рыбок держали. У нас и в Грозном рыбки были аквариум всегда, голодные, и здесь... Не голодные, они всегда подходят. Смотри, вот это какая красивая. Ну, хочется, конечно, поделиться эмоциями. Вышли с ортопедического центра. А врач попался очень, ну, молодой специалист, практически земляк с Кабарды. У нас было сегодня две встречи, вот в Мытищах и в Москве в ЦИТО. Ну, мы сразу сказали, он посмотрел ногу, все обозначил. Когда он начал мне делать осмотр, я уже поняла, что буду делать, заказывать тутер только у этого врача. Ну, мой зять сказал, мы еще в одно место поедем, посмотрим, что нам там скажут, и уже потом будем сравнивать, ну, кто нам больше понравился, так скажем. Он поинтересовался, если не секрет, ну, куда после меня. Мы сказали, куда, он говорит, это мой учитель, говорит, очень рекомендую, говорит, поехать к нему тоже послушать. Я сразу сказала, давайте делать слепок, потому что, ну, я уже не первый год это делаю, вижу врач. Ну, мне он понравился, мне понравилось, как он мне ногу выводил, мне понравилось... Он как быстро зять пришел. Ну, я сразу зятю сказала, давай здесь останемся, я уже никуда после него ехать не хочу.
А мастер говорит, езжайте к моему учителю, говорит, нужно, говорит, обязательно послушать мнение, ну, не одного доктора, а несколько специалистов по возможности. Уже этим показывает свое мастерство, доктор. Я отказалась ехать, как говорится, от добра добра не ищут. При всем при том, что тот учитель, к которому мы поедем, он сам заказы уже не делает. Он в очень таком преклонном возрасте. Он только на консультацию к нему, а мне как таковая консультация не нужна. Все равно он меня перенаправит к какому-нибудь мастеру. А этот, ну, я думаю, это достойный ученик своего учителя. Все, сняли мерки. У меня сразу хорошее настроение, сказал, в течение 10 дней. Тутор постарается изготовить. Ну, от недели до 10 дней. Ну, еще 2 недели, Москва моя. Сразу настроение хорошее, сразу... Даже такая вот мрачная погода не портит мне настроение. Все. Сейчас заехали, не знаю, зятю тут по работе надо. И домой кушать хочу. Я только утром кофе. А, не кофе, и позавтракала я. Думала, только кофе выпила. Уже сколько времени? 4 часа. Хочу кушать. Сейчас домой покушаем и буду готовить чабату. Здесь говорит, хлеб покупать не буду, испечешь чабату. Без проблем, говорит. Почему? Мне мой зять не варит кофе. Гарик, хоть ты за мной поухаживай. Я потом тебе это все припомню. Гарик, приедешь в Пятигорск, я буду тебе утром, обед и вечером варить. Как ты мне припомнишь? Когда приеду в Пятигорск, вот сяду вот так. Приезжай. Кофе! Гарик, я одену красивый фартучек, повешу на руку белое полотенце, буду с удовольствием, лишь бы вы приехали. Да, солнышко. Думаешь, мы не ходим? Как получается, так и приезжаем. Не получается, но идем. Один раз вы только приехали с Машей, помнишь, дед Гариком? Ну, это мы приехали, видишь как. Света же погибла, да? Да. Да, ну... Тут, блин, не угадаешь и не догадаешься, что тут хрен такая. Мне хорошо, когда все вместе приезжают. Грузно хорошо. Грузно. Весело было, конечно, весело. Весело, весело. Когда много, весело. Я как видел, вот мы за столом сидели, да, вот. Все вместе, да. Да, все вместе, понимаешь, там сколько, 10 человек сидят, я помню... Какой 10? Их 7 нас уже, 12 было. Ну вот, я детство, потому что всегда большие были столы, понимаешь? Мне больше всего понравилось, когда приехал дядь Гарик с тетей Машей, а вы приехали, и Анита приехала. Анита тогда еще без Антона. Она тогда была. Помню, было, один раз было, когда вы все вместе приехали. Я не сразу все вместе приехали, вы по очереди приехали, но было, ну... Я с Анютой в Пятигорске не был. Да, она после нас, они, наверное, потом после нас. Наверное, но после. Были у вас дедушка с бабулей, и, по-моему, мы отдельно уехали, и Анюта приехала. Да, ну вот так, да. Может быть. Так, не забывайте, что вам сегодня печь хлеб. Не вам, а мне.